Плохо начали этот турнир с точки зрения результата. Неудачно сегодня выглядели в первом тайме. Мы были неконкретны в атаке, мало били по воротам соперника. С учетом того, что тайм длится 30 минут, соперник использовал, по сути, одну единственную возможность. И в этой возможности мы им, надо сказать, помогли сами. Допустили грубую ошибку в обороне, которая привела к пенальти. Мы имели территориальное преимущество в первом тайме, больше никаких подходов к нашим воротам у соперника не было. Но мы плохо действовали в позиционной атаке, игроки команды соперника постоянно оказывали давление на наших нападающих со спины. Мы с этим не справлялись. Вот. Но и в атаке часто передерживали мяч, когда нужно было больше взаимодействовать, особенно перед штрафной соперником. Мы нанесли, еще раз повторюсь, мало ударов. Один удар был со стандарта, вторая возможность там была, но судья поднял вне игры. Вот. В перерыве поговорили, и нужно было исправлять ситуацию. Второй тайм, в принципе, я остался доволен содержанием игры. Вот. Мы сделали замену одну, потом по ходу игры еще пытались освежить игру в атаке. У нас были подходы, была острота у ворот соперника, у нас было две прекрасные возможности для того, чтобы забить, но мы были недостаточно агрессивны именно в фазе завершения. Не смогли забить, вот. Но у нас еще есть два матча в группе, у нас есть шансы, мы будем стараться их использовать. То есть с сегодняшнего поражения определенно надо будет сделать выводы. Времени у нас мало, следующая игра уже завтра, поэтому кое-что надо разобрать, поправить. И ничего, второй тайм, в принципе, неплохо смотрелись. Но вот в первом тайме, конечно, не нужно было позволять сопернику забивать, скажем так. Еще раз скажу, что мы там сами помогли. Ничего, надо быстро проанализировать и двигаться дальше.